Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – Россия – многонациональное государство. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим – степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милей весна. А родина Россия у нас у всех одна. Сегодня мы будем говорить о нашей стране России как о многонациональном государстве. В энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона дано определение. Государство есть организация оседлого населения, занимающего определенную территорию и подчиняющегося одной и той же власти. Иначе говоря, в понятии государства можно выделить три части – население, народ, территория и власть. Наше государство называется Россия, а полное название – Российская Федерация. Слово «федерация» в переводе с латинского языка обозначает «союз», «объединение». Это слово означает, что страна состоит из объединенных государств. Россия занимает огромную часть материка Евразии. О ее размерах дает представление разница во времени между самой западной и самой восточной точками страны. На этой территории находится 11 часовых поясов. Россия – страна обширных равнин и высоких гор, дремучих лесов и широких степей. Ее недра содержат богатейшие запасы полезных ископаемых. Россию омывают воды трех океанов – Атлантического, Северного Ледовитого и Тихого. Крупнейшие реки – Дон, Северная Двина, Обь, Енисей, Лена, Амур – несут в них свои воды. Самая крупная и многоводная река Волга впадает в самое большое озеро Земли – Каспийское, которое за его размеры и за соленость воды называют морем. В России находится и самое глубокое озеро Земли – Байкал, которое славится своей красотой и уникальным животным миром. Большинство населяющих его животных не встречаются больше нигде в мире. А на полуострове Камчатка есть действующие вулканы и долина гейзеров. От соседних государств Россия отделена границами. Наши границы – сухопутные и морские. Их охраняет армия. Россия граничит с 14 странами. Протяженность границ – около 60 933 тысяч километров. Самое главное богатство страны – это ее люди. В России живет около 142 миллионов человек, более 150 народов или наций. Поэтому нашу страну называют многонациональной. Каждый народ имеет свой собственный язык и свою культуру. В нашей стране живут татары, чуваши, мордва, евреи, казахи, осетины и так далее. И ничего, что они говорят на разных языках, имеют разные обычаи. Все они – это одна дружная семья, дети одной страны – России. Русский народ является самым многочисленным. Чтобы общаться между собой, все народы России используют русский язык, поэтому его изучают в каждой школе. Центральная Россия – древняя русская земля. Один из самых плотно заселенных регионов страны, где проживает пятая часть всего населения России. Северный Кавказ – самый многонациональный район России, в котором проживают представители более 100 народов. Один только Дагестан является самой многонациональной республикой Российской Федерации, в которой проживает более 60 народностей, из них 30 – коренные. Аварцы, даргинцы, лезгины, кумыки, лакцы, нагайцы, табасаранцы и другие.
Недаром Дагестан называют страной языков. Еще один большой район находится на востоке европейской части России – это Поволжье. Разные народы поселились здесь. Например, мордва, марийцы, удмурты, чуваши, калмыки. В центре нашей страны расположен удивительный край Урал. Этот край – один из самых многонациональных в России. Там проживают ненцы, удмурты, башкиры, коми. Сибирь – огромный и богатейший край России. Настоящая кладовая. Главным богатством Сибири является крупнейшее месторождение нефти, газа, угля. На территории Сибири проживает более 15 миллионов человек. И это не только русских, но и представителей других народов и народностей. Коренных народов Сибири около трех десятков. Самые многочисленные – якуты, буряты, тувинцы. По всей сибирской тайге расселились почти 25 тысяч эвенков. Алтайцы и шорты предпочитают горы. Ханты и манси издавна обитают на равнине между реками Обь и Енисей. Многонациональный состав делает Россию страной с очень богатой культурой. Одновременно это обязывает всех граждан с уважением относиться к представителям всех национальностей, к их обычаям и культуре. Национальное многообразие – настоящее богатство России. Ведь у каждого народа своя культура, свои традиции, свой исторический опыт. Украинец Гоголь, еврей Левитан, армянин Айвазовский, грузин Багратион, белорус Шостакович, тысячи других талантов. Все они обогатили русскую культуру, и все они для нас и для мира русские. Невозможно представить русскую историю без имен Ивана Сергеевича Тургенева, Федора Ивановича Тютчева, Михаила Илларионовича Кутузова, Сергея Васильевича Рахманинова, Анны Андреевны Ахматовой, и у всех у них татарские корни. Россия – наша родина, поэтому она для нас важнее и дороже всех остальных. Ее судьба, ее достижения и беды отражаются на каждом из нас. Откуда начинается Россия? С Курил? С Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее степные над камышами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Оттуда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Россия веками развивалась как многонациональное государство, в котором плечом к плечу, рука об руку жили и трудились на одной земле братские народы. Как добрые гостеприимные соседи мы дружили и привыкали друг к другу, становясь все ближе и роднее по духу. Русский народ объединяет вокруг себя множество неповторимых, самобытных этнических культур. Мы – многонациональное общество, но мы – единый народ. Мы веками жили вместе, вместе победили в самой страшной войне и будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет и пытается разделить нас, могу сказать одно – не дождетесь. Владимир Владимирович Путин.